Пришли пассажиры, трое, мужчина, женщина, ребенок. Передали сумму, я купюры не помню. Но сумма была 10.50. Как раз начало вот 8 часов, в районе 8 часов было, сумерки. Сконцентрирован на дороге был. Денежку взял и сетую вслух. Вот чего, вот, ну не два сделать проезд для удобства водителя. Цветная Николаевна не практически работает. Ну, посетовал. Вот так. Так, потом, посетовали дальше что? Ну, ничего. Вам замечание сделали, что есть на то основание. Не замечание, как раз никто не делал. Мне точно замечание не делали. Я посетовал вслух. Потом, ну, машина, звуки. А то, почему ну, вы не а то? Да я не хочу. Вот. А я там будете выполнять приказ. Я говорю, ну, для этого мне надо оказаться в АТО, чтобы там выполнять приказ, но не выполнять. Вот по разговору. И причем это все было спокойно. Это беседа была. Я вообще не воспринял это как инцидент. Не восприняли так, что остановили машину, и люди вынуждены были выйти из машины? Не-не-не. Почему вы позволяете себе трактовать? Правильно ли, неправильно? А почему больше, а почему меньше? У вас есть одна единственная задача. Это ваша машина, это безопасность людей, которых вы перевозите. Ваш руль и технически исправный автомобиль. Вот это все, что вы должны делать. Водителя умолить немедленно. Значит, по рулению транспорта присяду. Уведомить всех руководителей других предприятий о этом вопиющем факте, который имел место, по данному водителю. Я хотел бы и думал бы так, чтобы этот водитель больше не нашел места ни в одной маршрутке по перевозке наших пассажиров в городе Николаеве. Вы бы могли рассказать со своих слов, то есть мы прочитали, Александр Жоржевич прочитал ваше обращение. Вы бы могли бы сейчас, чтобы слышали все, сейчас вас слышат все и журналисты, и сам водитель, и директор предприятия, рассказать свою, скажем так, версию. Водитель нашел заключаться по поводу того, что вот эти вот 2.50 придумали вот для детей, и также, а потом еще типа окошником сделали бесплатно. А заметьте, что мой муж, который зашел в отпуск, бездомный отцу. А если бы и сделали, что бы было? И водитель начал нецензурно лезть, не выражаться. Скоро на мужа, как участник в отцу, чего водитель?